Доброго времени суток. Мы продолжаем выживать в Project Zomboid. Ну и пытаемся до сих пор сбросить лишний вес. У нас уже 92 кг. 3 килограмма сбросили тяжелыми упражнениями. И получается... То есть он чуть-чуть хочет есть. Мы его немножко покормили, все, отстань. Так что вот такие вот дела. Можно вообще было жирного сделать, но тогда бы я не бегать ничего не смог. Если бы на меня кто-то напал, я бы не ударить, не убежать, ничего не смог бы. Так что это печально было бы, так умирать. Можно это, поприседать еще. Поприседать. Да, фитнес, конечно, вкачивается очень медленно. То есть у нас, по сути, за 6 дней у нас накопилось 1732 очка опыта. Мы тут отжимаемся и все такое. Ну, приседаем. Из 18 тысяч. Это для уровня 5. Дальше еще больше и будет. То есть вот тут вообще 150 тысяч сила, чтобы вкачать. Это на постоянной основе тут упражнения выполнять в течение, наверное, лет 2. Ну, то есть тут у нас 6 дней, надо года 2. То есть довольно-таки долго. Кастрюлька спагетти есть, половину давай. Так, у нас главный герой еще пить хочет. Вот, насчет пить, да? Я вот прочитал, типа, вот, высокая жажда, самый легкий, это, способ получить дополнительные очки, потому что он пить-то немного хочет, но это, наверное, было сделано для предыдущих версий. Я уже как бы повторяюсь, я в прошлой серии то это же и говорил. Он тут пить постоянно хочет. Можно пойти книжку почитать. Надеюсь, район очень хороший будет. Потому, ну, пока что тут практически зомби нет. Район закрыт. Так что тут, по сути, только с одной стороны могут зайти зомби. Да, у нас навык, который ускоряет прокачку. И еще книга. То есть навык, по-моему, процентов 30 дает. И книга еще, наверное. Ну, я даже не знаю, сколько процентов. Или книга дает 30%. Короче, где-то в половину быстрее будет у нас прокачка за счет вот этого всего. Так что мы вообще быстро будем вкачиваться. Ну, давай еще спагетти сделаем. Кстати, в прошлом прохождении, которое я не выложил, воду отключили через неделю. Меня там куснули и все. До свидания. У него заражение пошло. Возможно, бы он не умер, возможно, это просто заражение крови. Но у меня ни бинтов, ничего не было. Ну, бинты можно сделать там из одежды, а вот продезинфицировать уже не получится. Такой вот классный забор тут. То есть такой забор вообще не сломать. То есть тут все изолировано, вообще шикарно. Во-первых, тут изолировано вокруг, вот так вот все. Вот заезд один, и получается то, что тут лес, отсюда вообще никто не придет. Отсюда никто не придет. Все, что может прийти, это вот отсюда. Так что место вообще отличное. И у нас на въезде, получается, дом стоит. Можем спокойно уезжать отсюда. Я думал куда-нибудь в другое место поселиться, поглубже, но тут лучше будет. Очень медленно вес сбрасывать, несмотря на то, что мы как бы тренируемся. Прям как в жизни. Не, ну голос, конечно, у меня гнусавый. Все из-за того, что я с утра записываю. Так, все, спать. Сейчас мышцы заболят все. Ну, не все, ноги у него болят. Потому что мы приседаем. Так, вертолет. Так, пацан. Каску надеть, куртку надеть, джинсы надеть, взять, повесить на спину. Так, водичку попить. По звукам он там. Нет, толстовку надо снять. Жарко слишком. Во! Они пройти не могут. Я слышал то, что можно колями пробивать через вот эти вот заборы. То есть тут забором все обнесено. Они вообще ничего не могут сделать. Вообще отлично. Консервы. Открыть. Консервированные томаты. А он не может на ходу открывать. Поесть половину. Нам все-таки надо худеть. Будем пешочком ходить. Так, он не наелся этим. Тогда полностью съесть. Ну понятно, томатиками что-то там наешься. Надо облутать все эти дома. Так, в каком мы были, в каком мы не были. Так, мы пить хотим. Зайдем в дом, попьем. Попить, умыться и одежду постирать. Нам, кстати, жарко очень. Но я не рискую ходить просто так. Лучше пусть будет жарко, но зато я буду под защитой. Так, тут я был? Был, по-моему, судя по зомби. Так, тут я был? Скорее всего, был. Да, тут вообще все обнесено забором. То есть оно все изолировано друг от друга. Так, через изгородь мы не будем идти, потому что порежемся еще. Как в прошлый раз. Открывай, перелезть. Естественно, по холодильнику, как иначе. Дрожжи, можно какой-нибудь пирог сделать, алюминий. Ну, возьмем алюминий, почему бы и нет. Это, наверное, алюминиевая фольга, да? Так, нож для... Ну, кухонный нож возьмем. Так, консервы. Консервы возьмем. Тряпка для посуды тоже возьмем. Так, тут у нас ножницы, карандаш, витамины. Витамины это классно, витамины мы возьмем. Принять таблетки, почему бы и нет, это же витаминки. Вот какими-нибудь антибиотиками лечиться, это да. Это опасно. А витаминки чё бы и не поесть. Так, канистра возьмем, пригодится. Канистра это вообще полезно. Так, книга возьмем, журнал читать. Сразу прочитали, сразу выкинули. Они по 0,8, они почти килограмм весят, тяжеленные. Не буду брать. Бутылка отбеливателя возьмем и попьем. Так, это, кстати, последний дом.
по нашей улице. А мы на втором этаже-то еще не были. Так, тут у нас что? Брюки, чулки. Чулки я надевать не буду уж, извините. Так, длинные перчатки. Так, давай возьмем длинные перчатки, наденем кожаные. Пусть будет. Так, защита средняя. Тут повреждена куртка наша. Тут даже зомби практически нет. Так, мыло возьмем. Мыло это классно, зубная паста классно. Не, ну выживание у нас вообще отличное, как бы пока что. Надо так же продолжать. Место, конечно, вообще отличное. Я выбрал. Вообще, я поехал изначально искать больницу, но тут вообще отличное место, чтобы жить. Так, мы пить опять хотим. У нас жажда постоянная. О, кожаные перчатки еще одни. Они быстро рвутся. Так что лучше их взять с собой побольше. Дипломат. Превращение. Аудиокнига. Возьмем. Послушаем. Так, вроде все. Облутал. Осмотрел. Все. С этим домом мы покончили. Да вообще отличный район. Тут вот, оно все изолировано. То есть вот забор идет. Вот так вот забор идет. То есть получается вот забор. Вот продолжение забора. Вот забор. Короче, все в заборе. Все за забором. И зомби этот забор вообще не воспринимают. Они его не бьют, не ломают. Так, о, бин грязный. Тут парки какие-то. Все так классно сделано. Так, дорожка куда-то. Так, зомби, слышу. Надо на свет, а то ничего не вижу. Наш же, в отличие от предыдущего персонажа, наш главный герой плохо видит в темноте. Ну, видит стандартно в темноте. Так, что у нас тут? Пила. Коробка гвоздей. Возьмем. Пила. Возьмем. Коробка гвоздей им пригодится. Ключ от дома. Отлично. Вытереть кровь. Я могу вытереть кровь. Защищены мы более-менее. То есть у нас только рука повреждена. Ну, не рука повреждена, а тут защита повреждена на руке. А так у нас средняя, как бы. В отдельных частях тела у нас прям... Отдельные части тела у нас прям вообще отлично защищены. Да, тут лутать не перелутать. Ступка и пестик, противень. Так, у нас перевес жесткий. Пить консервированная морковь. Открыть, есть полностью. Все равно практически ничего не утоляет. Слегка мокрый. Да я прям... Ну, естественно, что я слегка мокрый. Да уж. На улице, по сути, лето. Я хожу в бронежилете, весь там в куртке кожаной, в рубашке там, с кожаными перчатками. А все почему? Кстати, видишь? Они ничего не могут сделать. Они не могут пройти через этот забор. И ломать его не могут. То есть тут просто изолированный район. Вообще отлично. Да, можно, кстати... А чё я, собственно, мучаюсь-то? Блин, бегаю-то пешочком. У нас же машина есть. Сел на машину, все в машину загрузил, залутал дом. Да уж, туплю. У нас полностью заправлена машина. Чё я, собственно, не пользуюсь этим всем? У меня ж есть блага цивилизации, а я ими не пользуюсь. Брезгую. Консервы. Так, тряпка для посуды, макароны, масло, растительное масло, собачий корм, соевый соус, сыр не надо. Так, это мы в холодильник положим. Сыр там, томаты, все такое. Крыса в морозилку. На черный день. Если что, съедим. Зажарим и съедим. Дрожжи. Консервированный горох. Так, сюда мы положим алюминий. Батарейку сюда. Хотя зачем она на кухне? Вилка. Кружка. Кухонный нож. Отлично. Идем на второй этаж. Второй этаж. Сюда батарейку положим. Перчатки. Пила садовая. Раз. Пила садовая. Два. А нет, это просто пила. У нас две пилы. Блин, у нас две пилы. Даже не знаю, какая лучше. Пила садовая. Ну, наверное, пила садовая как-то лучше выглядит. Более надежно. Лопатка. Лопатку сюда же положим. Сиди, превращение. Аудиокнига. Так, попить. Ну и ляжем на голодный желудок. Хватит. Давай, худей уже. Надоел. Ты, блин, чё он так прыгает? Я вообще не могу привыкнуть. Он просто прыгает и все. Спать. Да. Так, опять же пить хотим. Все еще 92 кг. Я повторюсь. Попить. Взять кастрюльку. И что-нибудь приготовить. Спагетти. Маринара. Томаты. Это сразу надо готовить. Всякие томаты и прочее. Потому что оно испортится. Так, сыр. Давай соевый соус добавим. Чем бы и нет. Бутылка отбеливателя. Ты рехнулся, что ли? Растительное масло. Острый соус. Все соусы засунем. Бутылка отбеливателя. Выкинь ее. Что ты пытаешься ее... Засунь куда-то. Травануться хочешь? Бредит немножко наш главный герой. Консервная банка. Уже 5 штук насобирал.
консервных банок. Так, теперь приготовим это все. Попьем, умыться, включить, перемотка, выключить, забрать, есть, голод. Ну, давай четверть, не наелся. Ну, еще четверть съешь. Голод, конечно, у него сильный. Можно было еще больше голод поставить, чтобы он постоянно жрать хотел. Так, ступка выложить. Перчатки, перчатки. Давай перчатки сюда положим, пусть будут. Так, слышу зомби. Так, идите за мной. Подождите, пацаны. Дверь закрыть. Я вас отведу немножко от дома, чтобы не таскать вас лишний раз. Так, тут можно и сдохнуть. Тут даже зомби особо-то и нет. Вот в чем прикол. Тут два там зомби пришло, там один зомби, и все. Всю одежду постирать. Кожаная куртка. Снять. Да, эта кожаная куртка повреждена. А мы починить ее можем? Не знаю, не знаю. Давай-ка разденемся. Бронежилет полицейский. Перчатки. Джинсы. Портфель просто скинем. Каску тоже снимем. Информация. 92 кг. Ну ладно, что ж поделать. Приседание. Часок. А что, не хочешь? Он не хочет. Почему-то. А что он не хочет? А тут он хочет. Ну все, по максимуму. О, 91 кг. Мы это скидываем вес. Круто, 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 круто. Можно теперь это кастрюльку спагетти съесть. Четверть. Четверть съели. Кастрюльку обратно. Попить. Так, попить у нас безгранично пока что. Пока что все есть. Я вот что сделал. Я бы какую-нибудь цистерну бы пригнал к дому с бензином. Ну, либо к соседнему дому. Канистры взять с бензином, наполнить их. У нас есть одна канистра? Всего лишь одна. Всего лишь одна. Это печально. Бег у нас практически вкачался. Так, спать. Да. Так, 21.10. Поздно куда-то идти. Так, поздно куда-то идти, значит, никуда и не пойдем. Тряпку выкинуть, подняться наверх и забрать все пластыри. Лучше пластырем, чем какими-то тряпками. Так, все, читаем. Как же у тебя так вода-то быстро уходит? Что за ужас такой? Избыточный вес. 90 кг. Больше, чем за неделю. 4 кг сбросил всего лишь. Но он как бы сбрасывает, но очень медленно. Я думаю, за месяц можно сбросить до 83. Ну что ж поделать, пойдем поедим. Пить хочет и есть хочет. Так, из этого мы возьмем полностью, съедим это, попьем. Пока что безграничная у нас вода. От воды у нас, ну, в принципе, недалеко. Просто выезжаем вот так вот. Ну и вот как-нибудь так подъезжаем прям к воде. Можем вот так вот проехать. И вот она вода, как бы недалеко. Можем к реке ездить. Можем, в принципе, вот сюда вот ездить. Сюда даже будет проще добраться. Да. Так что вода, источник воды у нас есть. Источник воды есть, отлично. Газосварку читать. Так, 7.30 мы дочитали курсы газосварки. Хотя я ничего не газосварю. Давай просто консервы. Типа сухой завтрак. Есть полностью, половину. Вообще не наелся им. И аппетит все растет и растет. Ладно, надеть каску, надеть это. Полицейский бронежилет мы потом наденем. Это наденем, это наденем. Сухой завтрак полностью давай. Так, попить и лечь спать. Да, спать. Так, отлично, поспали. Канистра. Обе, наверное, взять и наполнить их. У нас есть две. О, о, о. Бег первого уровня. Отлично. Да, выживание вообще отлично. Место просто идеальное. Вот прям вообще идеальное. Тут все изолировано, все хорошо. Проще на этой карте посмотреть. Все изолировано, все хорошо. Блин, отличное место, чтобы выживать. Канистра сюда. Так, подожди. А рюкзак? Рюкзак на спину. Все, бронежилет надеть. С собой таскать это все нам не надо. CD-диск, зубная паста, зубная щетка. Давай выложим. Все это весит. Так, а где у нас туалет? Зубная паста, зубная щетка, консервный нож. Раз, консервный нож два. Зачем нам два консервных ножа? Не знаю, один выложим. Зонтик прикольно, конечно. Клей для дерева, изолента. Ну, давай скотч, клей для дерева выложим. Канистра наполним. Бензином. Все, можно идти. Тут даже вертолет пролетел, и никто на меня не напал по итогу. Потому что тут все изолировано. Так, давай-ка запрем дверь. Ворота откроем. В машину сядем. Закрыть дверь.
Так, я слышал через Ctrl-V, да? Или что? Или Shift-V? Да, круиз-контроль. Можно по 5 км в час прибавлять. О, лайфхак. Здесь выбрал 30 км/ч и едешь 30 км/ч. То ехать на максимальной скорости такое себе. Зомби я сбивать не буду. Машину я дорожу. Отличная машина, я дорожу. Поставили машину. Да уж, не круто, конечно. Дай-ка мотор пока что заглушим. Блин, машина, конечно, уже раз второй, наверное, врезался. Да, паника, как я понимаю, она влияет чисто на точность стрельбы, так что не зря мы взяли тебе вот этот навык. Так, машина. Ее как-то отогнать можно? Отбуксовать? Нет? Не знаю. У нас есть бутылочка воды. А нет, просто бутылка. Пустая. Я думал, я воду набирал. Мне вообще-то почему-то так показалось. Ладно, куда-нибудь съездим. Так, дай-ка я автомеханика посмотрю. Насколько мы убили машину? Капот поврежден, конечно. Двигатель в хреновом состоянии. Тормоза. Тормоза вообще в хреновом состоянии. Бензобак. Состояние 26%. Да, машина, конечно, в плохом состоянии. Может, получится еще одну найти. Так, куда поедем-то? Мне нужна вода. Что у нас это за место? Какие-то кирпичи, что ли? Кирпичи. Шлите нахер от моей машины. Я перескочу. Так, надо ехать домой куда-нибудь. Так, куда можно поехать попить? Домой. Что такое-то, блин? Понаставили своих машин. Надо по две бутылки воды с собой брать. А то это не дело. Сейчас еще сдохнет от этого, вообще будет фиаско, братан. Так, отпери дверь. Я что, изнутри, что ли, запер? Да что ж такое-то? Открой дверь. Открой! Да, изнутри запер. Пить. Набрать воду в бутылку. Ужас какой дверь. Отпереть. Изнутри запер, конечно, молодец. Так, это закрыли. Макароны с сыром. Отлично. Ну и давай возьмем еще с собой консервированный тунец. Садись в машину. От капота вообще уже ничего не осталось. Или как лучше поехать-то? Давай попробуем тут поехать, по этой дороге. Еще машина. Да, тут все вот в этих заборах. Так что зомби через них пройти не могут. Вообще отлично. Так, что-нибудь нет? Все закрыто. Зажигалка, бинт. Ну, возьмем. Так, капот. А я могу капот открутить и новый поставить, вот этот вот? И мне нужно прям такую же машину искать. Или бензобак побольше, нет? Средний бензобак. Шевельер... Капот. Шевельер Примани. Капот. Демонтаж. Рецепт расширенная механика. А, это он не умеет снимать. Ясно, понятно. Может, тормоза снять? Демонтаж. Домкрат. Ну, домкрат есть, вот он. Ключ. Домкрат. Все это возьмем. Что, ты снять можешь теперь? Демонтаж. Расширенная механика. Нужен рецепт. Он ничего не может снять, потому что ему нужна расширенная механика. Так, в принципе, у нас все есть. Он может аккумулятор снять. Только лишь. Ладно, ладно, ладно. Давай в багажник положим все вот это вот. Домкрат, крестовый ключ, домкрат. Давай-ка заглянем в дом, попьем водички, то он пить захочет. Открыто, перелезть. Курсы строительства. Вообще возьмем. Охрененно. Сухой завтрак. Взять зефир. Сырой. И сахар. Тоже, наверное, сырой. Я вообще как бы не сюда шел, я попить пришел. Давай еще попьем. Ударь, бляха-муха ты. Не ударить ничего не может. Лапку, наверное, повредили, да, тебе? Да, в принципе, нет. Ботинки у меня армейские, хорошие, защищенные. Так, а чё ты на пол выкинул? Потому что багажник не открыл. Потому что багажник не открыл. У нас тут чипсы и чистящее средство есть. А какая вместимость багажника? Где-нибудь 40 кг? 32. Ну, небольшая. А, поехали дальше. Да, район, конечно, классный. Так, машины есть. Я тебя даже не заметил. Ублюдок. Так, вес почему-то не падает больше. Ужас какой. Почему вес-то не падает? Да
Блин, меня защитило. Моя одежда защитила меня от укуса, охренеть. Меня не куснули. Вот это классно. Ключ от дома взять. У них праздник тут был. Блин, а что за ужас происходит? Чем дольше выживаешь, тем больше теряешь бдительность. Вот что я заметил. Потому что в начале своего пути я бы, ну, не попался бы так. Ничего не вижу. Автомобильный аккумулятор. Отличный. В отличном качестве. Возьмем. Не, ну я выжил. Я вообще выжил отлично. Может, аккумулятор заменить? Не, аккумулятор в отличном состоянии. Просто положим в багажник аккумулятор новый. Да, почему-то у меня вес перестал падать. Что странно. Так, я вообще на заправку поехал, если что. Эти дома я потом могу обшарить. Рубашка дровосека, кстати, надеть. Это выложить. Новую рубашку дровосека возьмем. Да, нам нужна кофта какая-нибудь, куртка новая. То, что это уже защищает плохо. Но, блин, она спасла меня от укуса. Вообще нет никакого урона. Меня куснули, все. Я думал. Нет, благодаря моей одежде все отлично. Так, поехали. Можно фары включить. Но думаю, без фар лучше. Так, что за машина тут? Авария опять. Очередная. Под очки у нас спиртовые салфетки возьмем. Зажигалку возьмем. Кто? Воу-воу-воу, пацаны. Еще и дождь пошел. Спортивная сумка. Не такой большой вместительности, но все же. Ключ от машины. Армейские ботинки, а наши? Армейские ботинки. Состояние стопроцентное. Термоизоляция. Эти вообще отличные. Он быстро устает. Спать постоянно хочет. Проблемный. Мне поспать. Вообще ничего не вижу. Темно. Эть. Что такое? Эть. Не может. Не может. Свет включить где? Если свет включается, вообще ничего не вижу. О, отлично. Открыть окно. Это 18 килограмм, это 15. Чуть-чуть больше. Вот чуть-чуть больше. Взять в доп руку. Так, Ctrl-A работает, нет? Ничего, ничего. Ладно, так возьмем, выделим. Перекинем все сюда. Выкинуть. Это на спине, все. Сырочек плавленый съесть. Вот спальня. Спать, спать. Давай-ка мы умыться и постираем все. Набрать воду в бутылку. Так, пить, взять чистящее средство и мыло. Спасибо этому дому. Я пошел. Так, погнали. Перед, конечно, побитый у машины. Так, это у нас что? О, машина как у меня. Нет, не как у меня. Это церковь. Церковь, это круто. Машина заперта. Шина. Бутылка. Шина. Стандартная. Так, ну вот так вот как-то. Шина, наверное, килограмм 10 весит. Армейские ботинки сюда же. Шина 15 кг весит. Почему у меня такой перевес жесткий? Консервы тоже положить сюда. Макароны с сыром съесть. Таблеточки. Таблеточки съедим. Хоба! Как умею. Так, машина пустая. Одеколон. Ничего интересного. Кстати, раньше, по-моему, шанс того, что в машине были ключи, намного выше был. Так, у нас... У нас, кстати, дробящий прокачалось. Кстати, разводной ключ тоже можно выложить. Носим с собой этот разводной ключ, он нафиг нам не нужен. Кожные перчатки пострадали уже. Так, толстовку тоже можно положить. Но он худеть продолжает. По чуть-чуть. Пошел отсюда, козел. Так, заправка. Гигамарт. Для гигачадов, да? Давай заглянем сюда. Так, тут овощи, фрукты, все испорченное, естественно. За этим никто не следит. Стейк испорченное, сырое. О, бля, как тут много всего. Кстати, бутылку с водой можно взять. Он постоянно пить хочет. Так, много всего тут. Все хочу забрать. Да, еды тут много. Можно даже домой поехать, если что. В супермаркет съездили за едой.
Можно и домой съездить. Так, газировку нафиг не надо. Яиц очень много, мы где-то 30 яиц взяли. Вязальные спицы уже ломятся. Разводной ключ, пульт от телевизора, пила, такой батончик. Так, сейчас карта М. Так, где мы? Вот. О, яблочко. Здесь еда у нас. Карандашком пометим. А что ты тут ломишься, если тут есть соседняя дверь открытая? Совсем дурак, что ли? Дурак, дурак. А, поехали домой. Хотя, можно и не домой ехать. Банк. Ёлки-палки. Нам надо съездить это на бензоколонку. Взять бензина. А где у нас бензин? Мне бы машину бы получше, какой-нибудь пикапик. Или что-нибудь такое. Так, где там этот... карта опять. Прямо едем. Прямо получается... И направо. Ну и машину дозаправить можно. Машину дозаправить. Тихо, 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 тихо. Успокойся, тихо. Тихо, тихо, мусорный пакет. Ты наш. Так, я же дробящие прокачал. Я должен лучше их бить. У нас есть канистра, да? Как ее наполнить? Набрать бензин. Опа. И сколько у нас бензина по итогу? Получилось 5 литров. Я не могу выложить. А, ну да, это и не багажник. Уйдите. Уйдите. Да, он с паркачным навыком лучше дерется. А я не могу. Перевес. А, армейские ботинки это. Да что, переложить ты не можешь. Возьми бензин этот гребаный и положи. Так, 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 разводной ключ. Не может уже. Металлическая труба тоже не может. Переднее, правое сиденье. Разводной ключ, металлическая труба, вязальные спицы. Короче, поехали. 5 литров налили, хватит. Сейчас надо домой ехать. Бам! Фары не выбил пока что. Так, мы за городом живем. Ну, на окраине города. Ёлки-палки, чего ж вас так много? Так, дай-ка карту побольше открою. Фига там толпа фанатов. Да, тут, конечно, проехать трудно. Там еще одна машина должна где-то... Вот она. Все, дальше нет машин. Все, домой гоним. Так, это мы откроем, заедем. Все. Закрыть дверь. Все, мы дома. Живые. Вроде худеть опять начали. Да, нас, конечно, покоцали немножко. Но не смертельно. У нас много еды. Йогурт. Буррито. Сыр. Сыр. 30 яиц. Корн-дог, колбаса, грейпфрут, зефир, йогурт, молоко 3 литра, плавленый сыр 7 кусочков, соленье, сыр еще упаковка яиц. Нормально набрали коробку сока сюда же. Сахар, завтрак сухой, газировка, консервы, масло. Можем теперь жарить нормально. Бутылка чего-то непонятного, чистящее средство, канистра, но без бензина. Еле как одну канистру привез. У нас есть сковорода? Противень. Давай противень. Сейчас что-нибудь приготовим. Кулинария. Вынуть. А, 12 яиц. Дюжина целая. Да, у нас целые 12 яиц. Я не могу на противень? Нет? Грустно. Я думал, могу. Сковородки, кажись, у нас нет, да? А нет, у нас была вроде сковородка. Или не было. Или это в прошлый раз у меня была сковородка. Сложить яйца в упаковку. Яйца хранятся где-то месяц, по-моему. И около того. Ладно, яйца сюда. Противень. Форма для выпечки. Кастрюля супа. Создать штуку. Пить полностью. Но мы нажрались, как свиньи. А нам худеть надо. Вместо того, чтобы худеть, мы жрем, как не в себя. Ну да ладно. Ну и все, в принципе. Нам нужно одежду новую искать или как-то штопать эту. Вообще надо умыться, всю одежду постирать. Так, столько зомби убил. Ломик. Монтировки пофиг. Так, у нас еще в машине есть всякое там интересное. Чипсы не особо интересно. Армейские ботинки. Интересно, конечно. Давай возьмем. Ключ один возьмем. Толстовку, электрический провод. У нас тут, кстати, аккумулятор есть. Ящик инструментов. Так, электрический провод сюда. Чипсы куда-нибудь сюда положим. В холодильнике чипсы хранить прям бред сумасшедшего. Так, армейские ботинки и толстовку сюда положим. Толстовку слишком жарко, армейские ботинки у нас, наши-то еще нормальные. Вроде как, ну да. У нас все покоцано. Армейские ботинки пока что еще нормальные. Так, здоровье отличное, все отлично. Покачали тут что-то. Строительство, кстати. У нас же книга есть. Курсы строительства. Читать. Сонливость. Ну и хрен с сонливостью. Читай книгу. Сильная усталость. Сильная усталость и хочет есть.
Коробка сока, пить полностью. Даже не наелся. Ну, тебе и не надо. Соком перекусил всю. Теперь спать. Все, поспали. Так, ее выкинуть. Выкинули. Так, бронежилет. Не может быть починено. Так. Фитнес. Приседания. Давай по максимуму, как ты любишь. А он не хочет. Может, тут ты хочешь? О, тут он хочет. Не знаю почему. В коридоре ему лучше делается. Спускаемся. Монтировка вообще не ломается. Хотя, что она должна ломаться-то? Укус. Наложите бинты, молитесь. Укус, насколько я читал, он со 100% шансом передает зомби-вирус. А от зомби-вируса излечиться нельзя, так что ты просто можешь оттягивать превращение в зомби. Ты в любом случае умрешь рано или поздно. Консервы, сардины. Никакой калорийности. Съел упаковку, даже не наелся. Строительство. Читать. Так, все, почитал, молодец. А, он бутылки с водой просто пьет. Вот что. Я понял, почему у меня всегда бутылки с водой пустые. Он их выпивает. А ты не той стороной бьешь. Стирать всю одежду. А у нас нет никакой миски, тарелки. О, вот. А нет, это кружка. Кастрюлька. Кастрюльку наполнить все водой. Так, теперь берем кулинарию. Кулинария. Макароны сюда. Колбаса с майонезом, залитая маслом, еще и оливковым маслом, с плавленным сыром. Много плавленного сыра. Маринару сюда. Растительный соевый соус еще добавим. И острый соус. Ну и ладно, все. Теперь в духовку. Повернись вот сюда вот. Так, спагетти есть. Четверть получше стало. В холодильник. У нас, кстати, еще морозилка полная всякого мяса. Да, короче, можно так часто не пить, а просто с собой брать воды, бутылки и все. Ты, чувак, не забывай, что у тебя есть фитнес. Часик. А не хочет, не хочет. Не хочу, говорит. Ну иди в коридор поделай. Тебе почему-то в коридоре нравится больше делать. Поделал. Сейчас ноги будут болеть. Так, 91 кг. 74 зомби убил. Кастрюлька спагетти есть половину. Журнал газосварка. Я вообще сюда что-то не заходил. Журнальчик не прочитал. Портативная детская рация. Разобрать. Электронные запчасти, усилитель, радиопередатчик, лампочка, батарейка, электроника. 0,65. Вау. Вот это я вкачал. Может, по телеку что-нибудь интересное есть? Life and Living. Ничего. Турбо. Павс ТВ. Кстати, могут скоро это электричество отключить. Надо это. Генератор. Домой притащить. Сумку взять. На спину. Каску, рубашку, бронежилет, куртка, джинсы. У нас как бы одежда уже повреждена очень сильно. А уже не, особо не защищает. Так, давай-ка крекеры и галеты. А, машина-то у нас тут. У нас, кстати, усталость. Чрезмерное напряжение, так что это опасно. Так, куда поедем? Ну, можно вот сюда попробовать поехать. Бензин есть, как бы, чё бы и нет. Просто покатаемся. Вода теперь как бы тоже есть. Оказывается, можно бутылки с собой брать воды, и он автоматически пьет. Вот это жестко. Аж машина заглохла. Как я там подсоединял машину к машине? А надо задом подъехать, а не передом. Надо жопой подъехать. Вот так вот. Жопой подъехали. Теперь В. У меня крюка нет с собой. Ладно, погнали. Просто надо ездить аккуратно. Так, это куда ведет дорога? На какую-то ферму. Давай съездим. Главное не разбиться. Сверчки. Пусто. Да убей ты его! Хватит его мучить! Так, мешок штукатурки, ведро. Ключ. Ведро. Давай возьмем ведро. Пригодится еще. Бам! Что-то он еще слабее начал бить. Возможно, из-за того, что он устал. Да уж. Мощно ты бьешь по карте. Да, нам надо туда повернуть. Здесь даже ничего не нашли интересного. Какой-то загородный дом.
Машина почему-то глухнет. Да сдохни ты нахер! Да хватит! Ударь нормально! Идиот! Да сколько можно ее бить? Ударь! Убей ее, ебаный ты козел! Ну хоть царапина, пластырь. 15 раз ударил! Что это за издевательство такое? Всю одежду постирай. Че это вообще такое-то? Не ударить ничего не может. Пошли на второй этаж. Я в печали. Так жестко ударяет вообще. Спать. Грязный пинт. Ну, снять повязку. Вставай! Задолбал! Да встань! У тебя грязный пинт уже полгода. Дезинфицировать. Пластырь. У-у-у. Чуть не сдох. Баранья отбивная, естественно, испорчена уже, сколько времени прошло. Стакан, миска. Миска возьмем, стакан возьмем. Какой завтрак? Томаты, цукини возьмем. Такой летний домик. Удочка, рыболовная сеть возьмем. Пачка семян капусты. Возьмем, почему бы и нет. Я слышал то, что посевы могут болеть, как бы, прям как в жизни. Так, ничего интересного. Аудиокнига давай сюда. Томаты давай съедим. Так, набрать воду, наполнить все. Нет, почему наполнить все? Бутылку с водой, бутылка. И попить. Давай сюда фонарик взять в дополнительную руку. С фонариком уже получше будет. За городом, конечно, прикольно жить. Слишком далеко только от города. Это не странно. Так, давай фонарик убрать, все. Ничего интересного в этом доме не было. Как бы это и не странно. Что-то интересного может быть. Блин, было бы классно в эту игру от первого лица. Так, а тут у нас что? Если мы туда поедем. Дорога, 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 ничего. Дорога, дорога, ничего, это не круто. Закрыть ворот. Все. Все, мы дома. Мы дома. Цукини и баклажан. Цукини и баклажан. Пачка семян. Аудиокнига. Аудиокниги. Наверное, их сюда положим. Где книги? Так, удочка, рыболовная сеть. Сюда положим. Сервант. Пока нас не вынуждает. Нам и не надо это все. Так, миска, ведро. Миска, ведро сюда. Миску салата. Фруктовый салат. Давай салат сделаем. С сыром, с баклажаном, с майонезом, конечно же. Соленье. О, вкачал навык. Зачем он хочет отбеливатель добавить, я не понимаю. Отравить кого-то? Себя? Так, сыр еще. Цукини. Халапеньо. Еще растительным маслом. Отлично. Теперь взять миска салат. Есть. Половину. Умыться. Стирать всю одежду. Наполнить воду. Набрать воду. Кожаную куртку снять. Джинсы снять. Бронежилет снять. Рубашка снять. Спортивная сумка выкинуть. Каску снять. Давай потренируемся. Поприседаем. Он тут не приседает. И тут не приседает. А тут тоже не приседает. Он не хочет. О, опять захотел. Так, все. Так, что у нас по весу? 91 пока что. Все еще. Долго, конечно, падает вес. Ну ладно. Так, рана. Наверное, зажила там царапинка. Да, все зажила. Ну что ж, на этом я и закончу эту серию. Все еще выживаем. Все еще пытаемся похудеть. За серию похудели на... Сколько нам? На... 2 кг, у нас было, по-моему, 93, сейчас 91, но мы худеем, по крайней мере, да. Прокачали кулинарию, длинное дробящее и бег, ну, вообще отлично. Почему одна желтая, другая какая-то зеленая, а она уже желтая, не понимаю. Ладно, неважно. Короче, прокачиваемся потихоньку и выживаем. Да, а нет, нет, фитнес под конец. Давай потренируемся, нам же надо худеть. Ты должен показать, что ты вот... худеешь, ну, не похудел. Ладно, до скорого.